твоя. Я знаю, знаю в этот раз, я знаю, это день и час, когда решится все для нас. Все для нас. Я видел Наполеона. Правда? В каюте, наедине. Мы зашли за водой на святую Елену, и он заглянул ко мне. Зачем? Какому-то знакомому просил передать письмо. Благодарить за что-то, что было давным-давно. Почему, почему пощадили его ураганы и бури? Почему в кабаке не убили его где-нибудь в Сингапуре? Я проклинать и бронить, вы одно только знаете. Этой свадьбе не быть, этой свадьбе не быть, не бывать этой свадьбе. Прошу тебя, не торопись, пойми, ведь я тебя люблю. И никому не уступлю, и никому не отдам. Прошу тебя, не тебе конец. Имею сообщить, что капитан Дантес, изменник и злодей, поддерживает связь с опасным Бонапартом, который письма шлет как раз через него, из плена своего подпольным адресатом. Французский патриот. А свадьба подождет. Капитан Дантес? Да, это я. Вот ордер на ваш арест. Но я клянусь, я чист перед законом. Прошу вас следовать за мной. Да как вы смеете? Мадемуазель, пардон, мне жаль. Но что поделаешь, закон. Есть враги, капитан, где один из них капитан, черный злобный пылает к вам. Во взгляните его донос, кто бы это на вас донес? Связь с диктатором, что за бред? Да, но здесь-то ошибки нет. Как нет ошибки? Но дело не в измене. Мы брали воду на святой Елене. И в самом деле на одну минуту он, Бонапарт, зашел ко мне в каюту и попросил свести письмо какому-то знакомому или другу признательность за давнюю услугу. О боже, правда, только и всего. И вы взялись по вашей доброте. А кто-то подглядел, и вот расплата. Письмо при вас? Да, вот письмо для господина Норти. Письмо для господина Норти. Эдмон Дантес, опаснейший преступник. И
изобличенный в грустных злодеяниях против закона, трона и народа, признался, ничего не утаив, и подлежит отныне заточению, бессрочному, в подвалах замка Иф. Что? Мерседес, плохие новости я принес. Читай. Ответ от прокурора на наш запрос. Прочти. Сообщаю в ответ на ваше письмо, что обвиняемый Эдмон Дантес пытался бежать. Пытался бежать? Он пытался бежать? И что? И погиб. Нет, я не верю. Я не верю. О, Господи, прости мне этот грех. Но что же оставалось делать мне? Получил богатство, титул и чин. Отныне он граф де Марсер. 3100. 3000. Все забыли меня. Все. Прокурор де Вильфор перебрался в Париж. Он растит любимую дочь Валентину. И, несмотря на одну страшную тайну, являет собой образец моральных устоев. Прокурор! Я требую прокурора! Вот и встретились как-то Марсер и Вильфор. Меж собой заключили один договор. И не будем тому удивляться, что, возможно, они породнятся. Не помню, не помню, я все забыл. Где же?
скал разбился, в море утонул, с голоду подох. Я ошибся, где-то в расчетах ошибся. Дьявол устроил мне этот подвох. Как нелепо, как ужасно. Все впустую, все напрасно. Кончен путь, свеча погасла. Вот он, смертный час. Чем же Бога я прогневал, что он мне свободы не дал? Видно, так угодно небу. Кто вы такой? Я это сам уже не помню. Уж сколько лет, как заживо зарыт, людьми, друзьями, Господом оставлен. И я не знаю, в чем вина моя. Сынок, я слушаю тебя. Так это фирма, он написал то письмо. Оставили его по адресу. Непостижимы замыслы небес. Бог мне послал тебя, Эдмон Дантес. Отныне друг я и наставник твой. Возврата. Час мой пробил, Эдмон Дантес. До рассвета мне не дожить. Я исполню волю небес. Эту карту тебе вручить. На рассвете придут сторожа. Мое тело зашьют в мешок. И когда отойдут они, ты меня собой подмени. Сделай это, Эдмон Дантес. Сделай это, Эдмон Дантес. По обычаю здешних мест они в море сбросят тебя. И уже на исходе дня ты свободен, Эдмон Дантес. Только карту не потеряй. Этот остров, где клад зарыт. Монте-Кристо, Божья гора. Монте-Кристо, не позабудь. Прощай, дружок, последний.
внезапно как чин. Невероятно богат, безукоризненный аристократ. Неведомо кто, непонятно зачем и неизвестно откуда. Таинственный граф, изумительный граф, поразительный граф. Неведомо кто, непонятно зачем и неизвестно откуда. О, да, причем не раз, но вспоминать об этом не люблю. Но почему? Да потому что там я утратил веру в людей. Тибелина. Не может быть, не может быть! Граф, а вы же служили с Тибелином. Расскажите, что вы знаете об этой истории? Великие! Великие были! Это ваша Тибелина, великое торжество. Получено из Стамбула неслыханное письмо. С утра мне говорит о мире, с утра предлагает альянс. Чары внезапно напали на нас. Причем прыщу с Тибелином сражался Бернард Морсер, пока боевая шпага не выпала из руки. Единому Богу известно, как я остался цел. Ярче любой награды шрам на моей груди. Ура, Бернард! Ура, Бернард Морсер! Надежный друг и преданный офицер. Но почему же неизвестно? Отлично известно. Вот она, Гаэде, пропавшая дочь Тибелина. Узнал меня? Помнишь, откуда шрам на твоей груди? Его Тибелин успел тебе нанести, когда ты вошел к нему и убил в упор. С улыбкой, которую помню я до сих пор. Дочь Тибелина, маленькая Гаэде, долгое рабство, проданное тобой. Сегодня проклятие бросается.
Мастер операції керує. Я вам представлю, вот жалкий жулик Бенедетто. Он только что стащил и спрятал торопливо алмаз Албанса Тимелина. Боюсь, ты не отделаешься штрафом. Я вполне согласен с графом, ты не отделаешься штрафом. Вас ждет тюрьма, милейший Бенедетто. Теперь уж точно твоя песня спета. Вот я, бедный я. Вам-то что? Да вам все прекрасно. У вас в гонке семья, а моя судьбина ужасна. Зачем меня бросили родители хоть бы раз? Посмотреть на эти рожи. Найдите их, я прошу, найдите их, а потом со мной судите тоже, папа. Спрашивать не с кого. Что тебе до мальчишки местного?
Прошу прощения, ваша честь, но ведь где-то его родители есть. Мальчик брошен был, при том, тому свидетель это дом. Когда-то я бродягой был, простите, ваша честь. И как-то вечером решил я в этот дом залезть. Той ночью ветер был и дождь, и вижу я во тьмах. Со свертком на руках и закопал он этот клад, а сам исчез во тьме. Геберт, тоже я сказал, как повезло тебе. И раскопал я этот клад, и развернув его, а там лежал грудной малыш, и больше ничего. Геберт, тоже я сказал, придай его земле. Своим путем, а я пошел своим. Но до сих пор не знаю, кто живьем его зарыл. И опознать его вы не смогли бы. Нет, ночь была, и шел он торопливо. Хотя пеленка там была. Со мной она везде. Нортье де Вильфор. Отец! Заживо похоронили сына, заживо похоронили сына вашего, сына вашего похоронили заживо. Вы заживо похоронили сына, заживо похоронили сына вашего, сына вашего похоронили заживо. Капитан молодой вернулся к невесте домой. И только они собрались под венец, как взяли его под арест. Поскольку приятель старинный его донос настрочил на него. В доносе легко распознал прокурор коварный и злой оговор. Но все ж заточил капитана в тюрьму. Так выгодно было ему. Так юный жених в тюремный подвал был брошен и всеми забыт. А юный доносчик невесте сказал, что он при побеге убит. О боже, какое страшное!
вся жизнь моя загублена была. Это сказочка, и даром она не нужна. Но что же делать мне с тем капитаном? Как жить с проклятой памятью о нем? И этих, кто зарыл его живьем? Так это я закопал его живьем. Эдмон Дантес, это конец. Господа, Фернан Марсер и господин Вильфор окончили свои земные дни. Теперь перед Богом предстанут они, и страшный их ждет приговор. Эдмон! Мерседес! Я пришла проститься. Ты уезжаешь? Да, в Марселе. Со мной Альберт и Валентина. Это судьба. Столько лет прошло, и все равно я помню, как сейчас, и день, и час разлуки нашей. И с тех самых пор, из года в год, и каждый день и час я шел к тебе дорогой страшной. Несчастье моих потерь, и вот окончен путь. Мечта моя сбылась, мы здесь, и что теперь осталось нам? Всегда иду к тебе.